ГАИ как структура ликвидирована. Вместо, вернее, не вместо, ее сотрудники бы подлежали сокращению определенному и вошли в состав управления превентивной деятельностью. Они сейчас составили управление превентивной деятельности. Обслуживают они ту территорию, где нет патрульной полиции, поскольку смысла работать здесь, если у нас есть патрульная полиция, зачем нам дополнительные сотрудники? Касательно того, почему на территории города появились сотрудники бывшего ГАИ, давайте так назовем, чтобы вы их понимали. Поскольку был подписан совместный план с управлением патрульной полиции по стабилизации ситуации с дорожно-транспортными происшествиями. То есть у нас увеличилось количество ДТП на территории города в том числе. Наоборот, как раз на территории города и увеличилось достаточно серьезно. Поэтому во время отработок сотрудники бывшие ГАИ также выходят на работу на территории нашего города. Все. То, что они могут здесь работать, они могут работать, поскольку они, ну, еще аттестацию не прошли, но они являются полицейскими, такими же, как и все остальные.